Меценат Булат Утимуратов и аким Алматы Бауыржан Байбек посетили главный ботанический сад, чтобы проконтролировать ход реконструкции. В природном парке завершено бурение двух артезианских скважин для добычи воды. Начато строительство входных павильонов. Как преобразится живописный уголок в центре Алматы, расскажет Ардак Камал. С самого начала проект благоустройства ботанического сада Алматы был открытым. Концепцию, мастер-план и эскизный проект несколько раз обсуждали с общественностью. Учитывая пожелания горожан, специалисты приступили к работам. Сегодня ход реконструкции проверил бизнесмен Булат Утимуратов и аким Алматы Бауыржан Байбек. Замечания они высказали подрядчикам, которые, в свою очередь, обязались все исправить. Мы должны сделать как вот себя дома. Понимаешь? Вот этот объект... Вот даже сделал таким образцом, после дождей это все размоет. Вот состав, он и выглядит внешне недостаточно респектабельно. Да? Потом алматинцы не поймут. Да. Такой... Чуть-чуть все... он уже да. Его состав нужно... Ну, тогда процентовку увеличим. Да, и... да. Финансирует реконструкцию ботанического сада фонд Булата Утимуратова. Это благотворительный социальный проект. Инфраструктуру сада обновят, сохраняя целостность экологической зоны. Высадят еще 1000 новых деревьев, десятки тысяч кустов и цветов. Обновят систему полива растений, построят 3 входные группы. Заменят бордюры и арочные лотки. Появятся новые пруды, фонари, обновят дорожное покрытие. Когда планируете совершить дело? Грубо говоря, 2 месяца. С отделкой полностью все будет готово у нас. В ботаническом саду уже начались работы по реконструкции. В частности, мы видим, что убраны старые бордюры. Ну а на этих плакатах изображено то, как будет выглядеть главный ботанический сад Алматы уже этой осенью. Окончательно все будет сделано, завершено, ну, наверное, к осени следующего года. Но еще раз повторюсь, что осенью, мы надеемся, в этом году уже будут стоять входные павильоны, вот, уже будет сделана часть дорожек, вот, осенью мы будем сажать новые деревья. После реконструкции место с уникальной фауной станет доступно для лиц с ограниченными возможностями. Также в ботаническом саду будет система видеонаблюдения и несколько чистых новых туалетов. Ардак Камал, Рината Булхаиров, Информбюро, Алматы.